Че, еще кто-то гильдейский? Да лучше гильдейский, чтобы кто-то был. Ну, хила-то доберите. Может, пойдет туда? Нету хилов? О, там есть этот, охота. Что ты на охоту пойдешь? Не, не пойду. Мы уже сходили сегодня. Вайпнулись на этом, на магике. А что у нас там по ББ есть сегодня? Интересно. Тём, а ты закроешь мне охоту на магию? Если только завтра, без проблем. Пожалуйста, это время до четверга. Спасибо. Окей. Так, это ДДшник? Да, это ДД, да. Чё, я тогда в хила, да? А может, он и не понадобится вообще? Хотя Войда надо хилить, блядь. Блядь. Ладно, вы ещё высрывать будете по-любому. Кого срывать? На пула нету, но... Сейчас вайпнемся. Сейчас я еще криво побегу как-нибудь. Так, вроде прямо надо. Так, бежать. Я за танком привяжу сейчас, секундочку, мне надо кое-что сделать. А сейчас не подготовился немножко. Сядь просто. Я довезу. Куда сесть? Кому сесть? В дирижабль. Я тебе сели. Бля. Спасибо. Меня выкинули. Все, я сел. Я сел. Танк, не для тебя это место было пригрето. Сегодня поехал. Да, ты без хп, там не надо туда бежать. Ну, бля. А я хуй знает, куда я бегу. Ну, я вперед вроде бегу к этим. Ну, просто немного лишних пулишь. Да, пофиг. Я думаю, сейчас... Ну, там как стопы, порталы короче, будут. Вот это, да. Порталы да. Будут потом это. Ёбаный, я застрял, сука. Чуть пизды не получил. Сейчас вот здесь на это. Так, смотри, я сейчас буду хилить, мне, наверное, боб надо лучше сразу будет кинуть. Так, интересно, шоу, сегодня куда пойдем? Будем бежать будем? Хиджал или... Кинь боб, блядь. Ладно, нормально. Успел собрать. Я не на того смотрю, блядь, не буду. Так что, запускать будете? Ну, надо бы. Я чуть попью. Прикажи чернокнижникам удвоить усилия. Так, шипы что ли повешать на себя? Так, и лапку дать. О, он под нами.
Что за квест? Пытание отвагой. Дальше, короче, босс последний. Угу. Я что-то забыл про него. Ты можешь потом глазом прыгнуть и пробежать там, где мобов соврал. Между волнами, пока быстро. Зачем? А что? Чтобы сласта утонуть потом. Ага. А что, сейчас не утону? Ну, сейчас мы добьем первого миника. Там минута будет. Прыгнешь в Долоран или куда-то. Так он не расшарил квест. А, он шарится, да, этот чек квест. Он вроде не шарился ранее. Раньше он не шарился. Да, был дело. Ебать, тут бафы. За этот квест шарить вообще ни разу не приходилось. До середины экрана просто бафы, блядь. Вот эти квадратики ебаные. Там надо было... А, я тебе забыл, да, там просто поднастроить еще расположение, ну, разметку саму. Там сколько строк, сколько строке бафов. Там легко, быстро сделать сейчас перерыв. Блять, по-скорому мне сообщите, где отключить звук вот этого говна, когда босса убиваешь в ДБМе ебаном. Сука. Это пиздец. Ну где там в звуках? Берешь, отключаешь ДБМ и нету звуков. Не-не. Нажми просто Ctrl-S и все. Не по-серьезному. Ах, тебе где ДБМ останется. Ну это в оповещениях точно где-то. Общие, может быть. Ну да. Ну посмотри. Сука. Где-то тут должно быть. Там портал нет еще? Ай, бля. А, звуки событий, вот оно. Во. Во. Отключил нахуй. Так. И звук при победе в бою. При победе в бою, отключил. Тварь. Ура. Сука, только ты хуйня играет. Да, я помню эти скримеры в ДБМе, в ЗС-ке, когда там чумак кидается, это пиздец. Всякие там мемы были, да, вот эта хуйня? Какой-то ДБМ был, который адмираловский, или какой там мемы какие-то были, блядь. Да, да. Оно и Вайнич вроде не кидал, там. Получилось. Не, я такую хуйню не хочу включать. Нет, там есть угарные, которые в тему, а есть которые... Ну, раньше было это Рофин, блядь. Вставай, ёбаный шашлык, когда БР даешь. Стартуем, говорит. Я сказал, стартуем. Ёбаный шашлык. Жура, где ты был, да? Ёбаный насос, Жура, где ты был? Где-где? Ходил, гулял, курил. Ходил, гулял, курил. Где-где? Мусора принимали, я все слил. Ебать, ностальгия, да, ебать? 2008 год, альбом, нахуй. Это, блядь, первый рэп, который я слушал, нахуй. Русский. В 2007-м 50 Cent слушал. Не, первый рэп это Витя Ака 47, вот эта вся, блядь, тема. Ну это какой первый год? Класс. Первый класс. Класс. Это класс первый. Ну да. Ебать, старые рэперы собрались, так? Ебаные. Мне нравится вот в этом 2008 года альбоме трек бонусный, который... Там ему типа училка звонит или что, говорит... Ну, говорит, собираемся там на мероприятие, что-то. Ладно, я тебе скажу одну фразу. Если ты угадаешь исполнителя, ты красавчик, ты реально олд, старый, прям вообще олдскул, можно сводить. Фраза из трека. Почему цыгане моются, но все равно воняют? Не, бля, я такую хуйню не знаю. Не, я чего-то не помню тоже. Да ладно. Не-не-не. Я помню, проблемы негры, шерифа не ебут, вот это я помню. Да ёлки-палки, это же Оксимирон. Не, не, я такое не слушал, не, к сожалению. Не. Я тоже, я рэп слушал очень короткий период.
Да я тоже, на самом деле, Ну чё где-то в вот... классе пятом уже забил. Ну... 2007 год, это, блядь, чё? Это я был уже в девятом, нахуй. Это я 50 Cent'а Я уже в послушал. пятом классе начал резко слушать Металлику и вот это все. Ну я уже после школы уже рок всю эту хуйню. Когда вот эти вот, ну, Вовку До играешь. меня, у меня был балахон Металлики, а до меня типы в балахоне Арии доебывались. А у меня там старшак знакомый был. Чего до меня доебывались? Тоже нормальная группа. А так, по сути, вот знаешь, рэп, он, ну, я считаю, должна быть музыка качественная, текст должен быть не бессмысленный, а со смыслом нормальный. Ну и, конечно же, исполнение. Оксимирон. Ну, Оксимирон все со смыслом делает. Это поэт вообще. Я его не слушал ни разу. Не, я не спорю, может, Ну, конечно. если вслушаться в его треки, блин, то смысл там вообще огромный. До того же взять даже, как его звали-то, тип, который... Я сейчас вспомню, как его зовут-то. Всякие там и вот эти 2517 были, блядь, типы читали. Бледные вот этот, как они там, блядь. Потом кто? Ну, Нагана не знаю. Блин, мне что-то инхи понравились, пипец. Это вроде блин, имели. Ну... Энхи бойскита дождались, это да. Как называется, который момент, да. Поет этот? Который в фильме еще снимался, рэпер тоже. Забыл, блядь, как зовут его. Тоже еще столько рэперов назвал. Одной фразой. Много конкретнее, да. Блядь, сейчас песню вспомню. Там что-то рыбы не живут без воды, что-то вот это вот. Песня. Или выдыхай, типа... что-то дым там сигаретный какой-то, блядь. Что-то дым, такое. Сигарет с ментолом. Это этот, блядь. Я тоже, блядь, на языке крутится, нахуй, не могу вспомнить. Сейчас все старые песни начали перепевать. Как там, он еще пел, в рот я ебал ваш первый канал, второй канал, еще там что-то. Noize MC. Да, вот, точно. Вот, у него же фильм какой-то был, там, он типа рэпер такой. Мы смотрели его, блядь. Я не ебал ваш первый канал. Да, я не смотрел, короче. Второй канал, тоже рот. Я его один раз этот фильм видел. Третий канал, тот еще кал. Мелочь, то, если честно, смотреть бы не стал. Потому что пятый канал, что шестой, такой же отстой, как седьмой и восьмой. Девятый, десятый, блядь, пяти, десятый. Куда ни включи, вокруг одни дегенераты, да? Сколько кнопками не щелкай на пульте, ничего нормального не показывает нигде. Я так устал всего этого говна, и вот именно поэтому из окна гостиничного номера своего я телевизор выкинул на авто. Авторитет помнишь снова, ну и что, я рок-звезда, идите на из окна. Да, Войт, слышишь, это, ты помнишь, Каноп, блядь, пел нахуй бутырку, да, это на конкурсе, там, наверное, на циркуле. Моя подружка с центра. А я он в конце так, он в конце уже просто втыкать начинает там ма-ма-ма, прям вот так вот. Да-да-да. Я прям вот, это пиздец, я так орал. Я петь не умею, поэтому, блядь. Да не, это просто помнилось на эту тему, когда люди поют в микрофон. Тут дело даже не то, что умеешь, ты, тут еще микрофон играет роль и интернет, блядь. Ну да. Это все в два раза ухудшает. Надеюсь, вы залутали все. Включи его эту бутырку, слышишь? Я не залутал, я не залутал. Я уже все залутал. Да похуй. В следующий раз лутану. Я быстро принял этот... И кто-то у нас... А что, тут еще и Костя? Кто-то его не сделал, да. Кто-то не сделал. Кто же это мог быть? Я на шамане вообще ничего не сделал. Это БС на чемпион, что уходите? А, ну погоди, да, друлем живой был, у него был. Да. Меня не сделал. Ну пиздец, сделай, значит. Да надо, погнали. Ну ты да. Не запустишь. Мы не запустим. А, что мне надо тогда делать? А я сейчас... А в тот инст я могу портануться обратно, забрать эту хуйню? Не, ну мы запустим без хвоста твоего, там вон кто-то юзает уже. Вот, я сомневаюсь. Уже все, да? Ну, хуй с ним. Ну просто, чтобы на следующий раз. А там починили в конце, он прилетает, этот додик, я, кстати, помню, не прилетал. Что там же хроме надо квест сдать.
конце. Да, надо долго бить, чтобы успело проиграться. Да, там. А, да? Да. Нужно стоять, АФКшить, короче, автоатакой убить. Мы его автоатакой запинаем, если что. У нас хил, супер хил. Good, good, super good. Али, супа гуд. С асгардов нихуя себе. Сейчас он скажет, идите нахуй, ребята, бля. Так, что можно туда уже приставать? Так, надо здесь ждать, да, там сейчас? Нет, полный суд будет в туннеле, пока там не надо стоять. Пока как раз он пиздит, пойду бил схожу. На ебаный рад. Как будто я не чем могу быть полезен. Вася, что за дела? Ну пока попизжу этих бедолаг. Что тебе угодно? Чисто раги набью. Нет, мы опоздали. Все люди заражены чумой. Сейчас это еще не сейчас они как развернутся, когда идут тебе. Представь, каждый из них бы превратился в Синдрагосу. Проклятие Утер. То чувство, когда, блядь, играешь в игру 10 лет с лишним и нихуя не понимаешь в лоре. Артас какой-то, блядь. Понимать. Да, это вообще лишнее. Я подумаю, всю литературу до этого, до катаклизма прочитал. А после чего уже хуйня? После у меня времени столько нету. Те из вас, кто действительно хочет спасти эту землю. Я вообще начинал играть с WoW классика. Не, с БК начал. Не, я еще до БК играл на WoW классике. Там же вообще жесткие времена были, там и лаги, блять. Сам по себе. Классика еще и хардкорная тема. А, прикольно было. Забыл, как там в силе тусей инстанс называется, вот на 40 тел, которые. Я помню, мы туда еще ходили, блядь. 40 человек. Анкираж. Храм. Вот. Храм Анкираж. Да, 40 человек уходить, покинь. Попробуй собери эти 40 человек. Да. Блядь. Там все жесткое было, что там надо было этот какие-то репу какую-то, блядь, проходы, какие-то эти шмот ага. Какой-то, блядь. Там нужно было еще фармить, чтобы открыть этот анкераж. Только на секундочку. Там, блядь, полный пиздец. Там что-то все фракции, две фракции фармили, я помню. Да, да, да. Ну, жестко. А вот этот никто не играл прикол этот Season of Discovery? Как она там? Сейчас классика типа переделанная. Это что? Ну там типа добавляют обилки потихоньку со следующих патчей. Чуть-чуть переработанные, там по одной, по две, понял. Ну это шаляз. Я до конца не понял, я просто открывал стримы, смотрел, как это вообще происходит, откуда их брать, эти обилки. Там то ли их как-то, блядь, убивать, что-то такое делают, блядь. Че он там этот Артас заебал? Да вон, ну сейчас ёбнет его. А классика, наверное, интересно. Надо. Это запустится там. Жители в ахуе такие стоят, блядь, спокойно. Пришел Артас, пиздит. Ебать, у него озвучка вот этого Малганиса. Такой, блядь, босс, нахуй. Я вообще без звуков играю в игре. Малганис, такой, ебать. Пиздец, блядь. Самый главный звук это инвиз Роги рядом, который надо слышать. Все остальное нахуй нужно. Вот это он Ваниш заюзал, слышал? Ты как помнишь в Dark Старсах, блядь, да вы слышите, Борс орёт, небеса в огне, блядь, хули вы стоите. А все без звука играют, блядь.
Пиздец. А если тут Даркстарс были, это как минимум, наверное, Асгарды были бы, а там уж и лучше. Да лучше, конечно, нахуй. Ну если бы там тоже были такие челики заряженные. Да, если бы не категории. Блять. Не, ну если бы люди играли изначально, тут наверняка бы отфармились. Че, вон у меня уже почти по 10 брюли на 2 чара. Да, зря они не пошли, сейчас бы и сидели, играли бы. Зря не. Ну так серф-то закрыли, блять, тот X1. Так, нам туда. В итоге-то. А у меня моего мага того спиздили, я же рассказывал. С циркуля? Да, который, блядь, там, бису и с утешениями, которые анроллом я собирал. У меня на циркуле есть фурик бису. Да это на старом X1 там. У меня когда-то было... У меня когда-то этих фурика бисовых 3 штуки аж набыло. Каждый бис. Мне, по-моему, там оставалось 3 или 4 осколка ДШМ и все. Больше ничего не на него не нужно было. А у меня там ачивы были все сделаны с ульды, с Накса, блядь, бессмертный, там, курица была. Ну, правда, только этого, астрального тигра призрачного не было. Остальное было. Сейчас из циркуля вообще там какую-то помойку сделали. Я заходил, что-то читал там какие-то, блядь, эпохальные инсты. Я думаю, что это за хуйня, блядь. Вообще помойка какой-то. И хаос там есть. Ну, как пишут в чейндж-логах, что-то там меняют. Понял, бильдхаус, я думаю, хуй знаю. Ну, у нас не было особо интереса заходить, смотреть даже. Как это? Знаю, что там админы мутят. А, вот, потеря контроля. Говорю, это все долго, господи. О, ты куда? Кто-то сдох. Ну, тот спит. Меч. Че, лестница? Да. А ты-то куда? Где он там, нахуй? С другой стороны. Скоро РТ. Интересно, сколько человек уйдет? Да уж, блять, лутать боссов, которые не главные боссы инста, нахуй, и не лутать главного босса инста, блять. Я понял. Просто, блять, IQ 800, нахуй. Сука. Бывает. Ничего, блять, ничего страшного. Ну, весна. Вот Дживс, нахуй. Ой, киньте кто-нибудь лапку, пожалуйста. А вроде кидал. Да, ты кидал, я дурак снял случайно. Ну, ну дебила кусок, то что поделать. Сейчас ебану тебя. Обох.
Бля, нихуя, близко заебись. А где плотарез? Там в жопе мира. С той стороны. Как обычно. Затянутые инсты, сука. Да, нормально. Чистый за ивент. Угу. Как-то ускорили бы, блядь. Мне вот интересно, почему они до сих пор ич открыть не могут. Вот это вопрос. Там какая-то... Там какая-то глобальная хуйня, сервер падает. Кони просто, наверное, легаются, пиздец. Скрипты не настроить. Конем, наверное, чарш нажмешь, нахуй серверу. Взять копье, блять, и потом юзнуть коня. Это ж пиздец. Ну, если вспомнить, как он работал на циркуле местами. Работал зато, блядь. Ну, хоть как-то. Ну, это сложно назвать работал. На циркуле ты заебись работало все. Ну, волки там по-ебанутому работали периодически. Ну, смотря кто в какие времена играл. Я когда играл, я помню, когда не работало, и помню, когда все стало работать. Ну да, я тоже такое помню. Даже пушки ебаные в ударе не работали, блядь, несколько лет, потом их чинили. На пушку залетать, на спину. В ульду я начал уже под конец-то, можно сказать, ходить последние где-то года-полтора. Я тут на Сирусе понял, что это такое вообще ощутил. Что такое, блядь, по тактике, по реальной убивать Левиафана. Не то, что там, блядь, не вылазя из машины, а то, что именно сесть, блядь, и летать ему на спину, убивать его, блядь. Пушки. Блядь. Не, ну мы когда вроде ходили же, там так же делали, прыгали вроде. Не, нахуй, ты чё, на циркуле об этом даже не знали? Не-не-не, вообще не знали об этом даже. Ну, без смертей когда делали, мы, блядь, все это делали. Да не делали, я тебе говорю, я ж там был, блядь, в этих рейдах. По-моему, делали. Может, ты с кем-то другим... Ладно. Ты, может, с виртуозом каким-то был или с кем-то, я не знаю. С кем-то. Ну, я больше с этими рейдами Твиночки ходил, я помню. Может, они что-то Dark Stars... и делали. Ну, я в Dark Stars не видел. Никто даже не знал, что так можно, блядь. По-моему, ты что-то путаешь. Не-не-не, тебе, бля, я охуенно помню. Прям. Ладно, похуй. Просто вся соль была в том, чтобы вот эти 5 разрушителей, которые есть, чтобы они не проебали ни один стаки, и тогда убивается ХМ. Вот. С горем пополам. А, да-да-да, по-моему, да. Да, вся фишка, чтобы стаки не проебать. Ну, что максимально. Ну, вот я помню, блядь, по нерф этих ломоботов, как мы делали, когда там маги, блядь, все весь ПД-шмот снимают, там НС-ки себя ключики вешаешь, блядь, это замедляешь, по кругу водишь, по 20 минут, это пиздец, блядь. Это тяжкое, чего. Если кто-то еще продамажит там лишнее, а уе там на него сразу орут, блядь, что ты делаешь, блядь. Продамажить этих бумботов еще вовремя. Угу. Я видел, кстати, репорты какие-то насчет этого. Типа, мол, не замедляется, не контролится, как делать ачиву. Значит, по-моему, на морозе пустили. Кратчайший путь к
Что-то они вообще по-другому работают. Не, ульта, просто. Понимаешь... Они еще и летят, как ебанутые, эти хламоботы. Самый прикол в том, что ульда в том шмоте, вот, который обычный ЛКшный, она как бы... И то в нем вайпались, блядь, помнишь? Да я помню, конечно. То ли здесь, блядь, заходишь, нахуй все сносится. А когда она актуалочка не, здесь была... Ульда была, блядь, потная. Я ее с самого начала помню. Когда она походила. Ну, тут там пиздец. Ты имеешь в виду здесь на X2, когда вышла? Да, да. Ну да, тут подкрученные циферки были. А я когда на X4... Там ускрокрылую не могли нормально убить, блядь. Ну, я когда на X4 играл, когда ее обычную версию открывали. Тоже пиздец было. Хапнули там буря, блядь. А чисто из-за того, что люди тактику не знали. Там столько нюансов было. Ну да. Не, ну анбафы были, кстати, тут интересно анбаф сходить с ЛК, более-менее. Да, причем первый анбаф самый был интересный. Ты на нем был, нет? Ну, на самом первом нет, я к вам уже потом вступил. Там, короче, знаешь, как было? Там были просто все самые лучшие игроки, которые были. И его выпустили, когда сбрасывалось, по-моему, в четверг. Не помню точно, или четверг. Ну, короче, и открыли его в понедельник. И просто мы собрались, там Джейми релил. И, короче, блядь, просто настолько все крутые были, что мы, короче, за 2 часа эту хуйню всю пронесли. Не, ну я на этих рейдах тоже бывал, где там и меньше, мы за 1:40, я, по-моему, проносили. Ну это не то, это представь анбаф, блядь, там чисто бафы 30%. Я анбаф и говорю, за 1:40 я был в этом. Ну это, не знаю, это редкость вообще. Это от одного... Ну это потом уже, когда уже фармили. Я же когда канал удалил, у меня там был канал с 1 по 16 анбафы записаны, а потом у меня уже с 17 остались только, ну, старые уже киллы, где уже весь состав что-то поменялся. 2-3 человека только было, старичка. Короче, там было так, что мы просто всех с первого трая, а на лече, короче, то ли в комнате мы упали, то ли еще, там осталось человек 7. А налево не надо идти? Нет. Да, нафиг нужен. Так, вопрос такой. Мы будем делать квест? Ну, давай. Автоатаками-то. Тогда можем сходить, наверное, и добить этого дракона. Он сейчас появляется или потом? Вы идите, он может... Вы его убьете без меня? Я тут побью, конечно, его тогда, конечно. Постою. Я с боссом тогда тут постою. Только селфи с ней в курсе. Напишите. Так, ну тебя тут, походу, подхиливать надо, не? Ну да. А он не бьется. Или бьется. Нет, бьется немножко. Вы там не сдохнете, главное. Я бегу. Не, не бьется все-таки. Надо ждать. А-а-а. Раньше пули. А, ну это, наверное, сначала надо было его пульнуть тогда. Блять, забыл тремор просто. О, да-да-да. Проклятие и... времени. Может быть, как раз из-за него не засчитывается. Короче, там был такой трай, что... Ну, вот с первого убили, но там, блядь, не помню сколько процентов, но там добивали прям... То ли Берса там была, блядь, то ли чё. Там таунтили, блядь. Я вообще, знаешь, как по-тупому сдох. Я еще мувик тогда записывал. Я просто с комнаты вышел... И у меня, короче, стойка защитную я нажимал, чтобы поменьше дамага в комнате проходило. И у меня там то ли на четверке, то ли на тройке таунт оказался. А у меня на фурии этой стойки, на тройке или на четверке была, ну,
то ли кровожадность, то ли что. Я тыкнул, типа, я думал, я в стойке, а я, блядь, таунт нажал на лича, нахуй. И у меня с тычки ебанул, нахуй. Я просто лег, нахуй. Так бы вместе со всеми бегал, нахуй. Ну, обидно, блядь. Но смешно. Да. Там охуенные были моменты, блядь. Самый охуенный момент, когда я, короче, там варов забирали с валик. Типа не били их, чтобы больше, быстрее лича перевести. Вот, ну и замедлять тоже как бы хуёво было. И чё, проще... можно его добивать, наверное, уже? Да, да, наверное. Короче, как-то раз я... Джейми там что-то танчил, лича к краю подводил, не помню зачем. Ну, короче, меня валька схватила, и меня не разбивали. И, короче, я с неё такой падаю с вальки. Прям в воздухе меняю этот самый... так, вот он это надо. В воздухе прям меняю на прот-стойку и нажимаю этот... Чарж, блядь. Не чарж, а в прот-стойке вмешательство. И я смотрел на лича, а он цель-цели, получается, вмешательство тыкает. И прям в МТ это ДКшника, нахуй. И я понял, что я еще в воздухе лечу, когда я понял, что я, блядь, тычку сейчас получу. То есть одну атаку заберу. Я ШВ нажимаю, короче. А у меня там ХП 40 тысяч, блядь. Ого. Нас убили. А кто убил? А. И выдержал, получается. И, короче, я тычку получил. Он кританул еще, и тычка под ШВ прошла 38 тысяч. Или не крит. Ну, короче, выжил, блядь. Меня подхилили, и выжил. Чё там? Почти так же было. Я, значит, локом на Синдре. Меня притянуло. Я вместо того, чтобы нажать... телепорт, поставил его под босса в этот момент, вот, и все равно успел отбежать. Заебись, 5 секунд каст, конечно, можно успеть. Бля, а я быстро научился эту хуйню таймить, выносить вовремя, это лучше, вообще с ней проблем не было. Да. Да, я все. Да, ливаем. Ну, магом-то, конечно, оно удобно. Я магом играл. Потом у меня приз появился. Он шаман. А потом и лок. А этого психа, помнишь? Угу. Его забудешь, блядь. Этого дурака, блядь. Такую хуйню нес иногда, блядь. Он, короче, понял, я по итогу выяснил, у него фотки ВК, вот этот тип там со скейтбордом, еще какой-то. Это не его фотки были, это... какой-то, блядь, стример западный. Ебать, ясно. Но это уже потом, когда уже после цирку я что-то случайно увидел, думаю, блядь, это ебло знакомое, ну. Это этот, Пайо. Пайо, короче, знаешь такого? Не, не знаю. Ну, веди, если интересно, посмотришь, он там рофлит, пиздец. Я, походу, дурак на драконе полетел, да? Ну, наверное. Ты можешь, мы успеем. Я сказал бы, я пойду покурить, и все, и нормально. И все с пониманием. Так, ну я назад на приста пойду рандомки регать. А ты рандомки не хочешь порегать просто по приколу? Че, тебе арены, что ли? Ну мне этот виклик, блядь, БП. Ну я понял. А у тебя, знаете, посмотри, что вообще за квест. Надо как-нибудь попробовать. Ну там просто тебе те же ресурсы, там ап, конор падает. Монетки всякие, вот. Ну, сейчас вот РБК пройдем, я думаю, почилить там 5-10 минут, если останется. Конвертировать это все в валюту. Да сейчас поди, это РТ будет. А сегодня куда пойдем? Никто не в курсе? Не в курсе. Два варианта. Либо хеджал, либо БТ. В зависимости от состава. Еще время есть рядом к рандомку. Так, что, все, спускаемся? Да-да, пуля. Че, их тут внутрь заводить? Или тут пока? Какой? А если вот мне остался кусок, вот, например, один вот Т6, мне его дадут?
по ролике вообще нет? А я хуйню не взял. Нету, блядь. Я бы не дал. Я что-то там взял, надо юзать, да? Бочечки. Угу. И эту бочку юзаю. Все. Че, все, ехать? Бля. Че, последний не завязали? Кто? Пойдем в соседний дом. А где соседний дом? А, тут. Это что, босс пришел? Да. Че, может вести его туда? Ты как хочешь. Давай, игру тут потеряй. Сурф Хант 25к в АОЕ в толпу вот этот в топях это норм? Я бомж. Нет. Вот и я думаю, что за хуйня, блядь. Стоит, сука, автоатакой, что ли, бьет. Взрыв тьмы, разрывная стрела. Как будто. Трапа вообще не ставит. Жми кнопки, сука. Зачем? Это Чарлис у тебя, что ли? Нет, конечно. Я думал, в одном РПК. Ну, только я на шаман. А, ну да. Точно. Я думаю, что за хант? У нас тоже хант есть. Если что... то у моего ханта не в чат. 295-й хант, типа, вот я думаю все же. Какой у твоего ханта, говоришь? 295-й. Крокодил от инструля. Блин, я вот за два класса только не играл, за хантов и за магов. По-моему, за мага я где-то даже подамажил в этом фаерспеке на X5-нице. Успел подамажить. Не, ханты веселые, на самом деле. Мне Брэн, ну, как только отводи. Смотрите, всадник. Брэн прикольный. Ханты. Я не могу атаковать эту цель. Особенно Петт, когда там что-то. Я помню, он пробовал начинать качаться и на 33-м уровне бросил. Первый раз он был в прохождении ловки. Ебучие эльфийские леса. И очень быстро мы заели. Но мы еще, правда, с типом бегали, он тоже был хантом. Были умные, неопытные. Молодые, неопытные. Какого-то типа, помню, мимо проезжал, он сказал, давай у него голду отожмем, 1000 голды. Дал тип. Я не знаю, как мы ее заслужили.
Что тут вообще по Салоке регают? По рейтингу посмотреть. 2201. Регают. Одни и те же ники, блядь. Я даже иногда регую. Ну, очень редко. Когда у меня подгорает, сразу прекращаю месяца на два. Ну там да, ты уже на 1к можешь выходить на типов с 1800 и даже 2к прок. Вот, да? Сколько, я не знаю, дай бог, это, если... Который, во время активной реги. Который чисто из-за шмота тащил. Который уже апнули предметы, блин. Не, ну допустим, ящерица, Айзек там, кто еще, ТТЛэш играет, Снежок и кто там, второй Роин. Рядовой Снежок. Они вроде, вроде так-то это глады с циркуля тут в основной своей массе. Но большинство мигрировало на X5, на X1 сейчас, там я смотрю, играет. Но некоторые тут есть. Конечно, многие из них в итоге оказываются игроками с программками. Ну, как видимо. С программками, да. Видимо, а что за программки? Ну, я так про некоторых слышал там. В итоге оказались такая. Да, блядь, АХК тот же. Там много чего решает. Программки типа... Не говоря о скриптах. Не аддон. Скрипты. Читеры. Что, блядь, здесь есть даже читы, блядь, тоже в этой игре. Может, помнишь, на циркуле этот там был Дедшот, еще там у него вар был. Мент, короче, блядь. Вот он погонял. Mm-hmm. Помнишь? Ну. No. Типа охуенный игрок, блядь. Как оказалось, он читами торгует, блядь. Показывал мне, как у него там вар со скриптами на рефлект работает, блядь. Магом, типа. Ни один дипфриз мне, говорит, не дашь. Это всегда рефлект будет. Сука. Когда вместо одного удара героя там 3-4 было, нахуй. Ваншотали, блядь. По логам. Не, там вроде на Mortal, по-моему, несколько ударов можно было подряд сразу вбивать. Ну, может, что-то еще было, я не знаю, конкретно особо. Мне этого хватило. Да, там удара героя хватает, блядь. Две штуки хотя бы прописывать и все. Вместо одного, нахуй, там уже дамаг такой пиздец. Вы выхилишь. Ну и вот. И там некоторые ребята еще в PvP гильдиях сидели, тоже с щитами гоняли. Тот же этот Диабло, вспомнишь? Да. РЛ Скайволов, блядь. Да. Я даже сам лично его разводил. Просто сидел макрос по маусовору дефриз. То есть его даже в таргет не берешь. И специально, знаешь, ну не показываешь то, что бежишь ему кнопки давать, а день-то из толпы. Хуяк ему маусовер дефриз, дальше у него хуяк детер срабатывает, понял? Пиздец. Или рога шес, ему хочет сразу чипшот дать, у него хуяк отпрыг срабатывает, то есть чипшот в полете дается, и у него рог хан за спиной оказывается. Ну, в этом роде. А иногда он пробовал, помню, без читов играть. Мы когда с твиночкой-то с этими в пати фармили, их там, нас 7 человек, их 20 этим приформом регает. Нас 7-8, дай бог. Мы их разъебываем. На альтераке где-нибудь. Он пытается выйти вперед, кого-нибудь пострелять. Вообще ничего не нажмет. Вот у него есть там тайминг секунды 2 нажать, продефаться. То есть его не сразу там, не ваншотают. Кучу жмет, умирает, хуя клевает с БГ. Это пиздец. Не, ну на R1 играть тут, блядь, надо реакцию божественную иметь. Да хули говорить, блядь, того же психа взять, нахуй. Он же... Они же из себя ничего не представляли, эти дамагеры. Они же тоже, нахуй, всякие баги юзали, вот эту всякую хуйню. Был баг... Ну да, есть, да, даже если не со скриптами, то большинство абузов юзают. То же самое, вот, блядь, я смотрел, жаловались много тут на форуме, типа, тремор ставят в текстуры, в колонны, блядь, его хуй убьешь. Или стоят там, бьют из текстур, блядь, и их не ударить. Знаешь, какая приколюха тогда в ПВЕ была на Фурике? Кидали диван, и у него снимался дебаф минус 10% урона, когда две двуручки одеты. Талант хватка титана.
Пиздец, нахуй. Там такой дамаг был, ебать. Ну просто, если топ-вары давали 20 тысяч, ну 21 максимум, то с этим без дебафа 25 давали. Да, вот. Я понял. Я чисто такой, помню, последний раз, когда я его юзал, 25 тысяч ворка дал и 300 в трэш, блядь. Пиздец, просто дамаг охуевший. Ну для циркуля, нахуй. Для стандартного лича это дохуя. Ну да, там когда потолок 22-23, но... это в лучшем случае ворка дать. А циркуль это вот, это получается Вов Бис, да, тот, который был раньше? Нет. Это был Вирджин именно... вначале был. Там еще какой-то проект. А, ты про этот Вирджин, да-да-да. Но это был, считай, даже не циркуль, они просто пиарились за счет них. Там вообще свои разработчики. Че, он будет запускаться, нет, этот ебучий босс? Че за хуйня? Че, блядь, не так долго? Или мы с кем-то не попиздили? Он трал гуляет. Мы что-то не сделали, что ли? Да, наверное. Подождите, он просто очень долго там запускает. Войт же не побежал за трэшем. Мы в дом сюда не ходили. Нет, не в дом. Надо было, вот как мы пришли, первым делом бежать. А кто-то приводил, Селтис приводил что-то. Может быть. О, вон мобы появились. А вот эти вот камни, вот, которые на РБК дают, вот эти вот зеленого цвета, вот, когда их делаешь, они, получается, для чего вообще? Получается, ими что полируешь или что им улучшаешь? Полируешь полированные камни. Ну, второго. То есть, короче, вот если у меня, например, есть камень в перчатке, я могу взять его и полирнуть, типа, или нет? Или надо ну, новый делать? Новый надо. Новый. Ага, понял. А то у меня 4 камня есть таких, я нафармил. Там из 5 собирается. Да нет, у меня 4 таких уже этот сформированных. А. Молодец. Я просто не знал для чего они, блядь. Как бы там вроде написано, блядь, я пробовал юзать на камни, а у меня чуть никто ничего не получалось. Ты недавно начал играть тут, что ли? Ну, здесь, короче, чуть все по-другому, блядь. И как там, блядь, я просто раньше играл на этом, блядь. Вов Бис там, ну, самое было основное, блядь, это ЦЛК, блядь, и РС, там не было таких вот камней, там что-то типа того, блядь. Да это разберешься, тут плюс-минус то же самое. Привык. А этот плюс в том, блядь, я потом еще узнал, что есть, блядь, БС, блядь, как бы можно было, блядь, купить персонажа, блядь, а я, блядь, как долбоёб, блядь, бегал, качал. Ну, купить тоже можно сказать, как долбоёбку.